Всем доброе утро. Прозвенел будильник, я пытаюсь переосилить себя и встать с кровати, чтобы пойти в тренажерный зал. Всем доброе утро. Хотели сходить в тренажерный зал, чтобы побегать там на беговых дорожках, этих велосипедах, там, ну, всяких таких штуках. Но в итоге я встал, свет не работает. Поэтому сегодня никуда не пойдем. Надеюсь, завтра мне удастся встать пораньше, как сегодня, и сходить туда. А может, там вообще с утра свет не работает? Никогда. Мы просто спали все время это время. А мы сейчас будем завтракать. Юля, режет супер крутой ананас. Чую, как по ощущениям. Вкусненький? Конечно. Он просто уже 2 дня так лежит, так пахнет, что уже пора его съесть. Он просто ароматизирует все вокруг, всю нашу комнату. Амортизирует, не то? Амортизирует. Мы уже прогулялись в магазин и пришли обратно, и света все еще нет, поэтому мы идем сейчас купаться в бассейн, наконец-то плавать, ура! Мы уже сделали заплыв. Вода довольно-таки прохладная в нашем бассейне. Сейчас здесь устроились на лежачках, будем лежать и перископить. Довольно-таки плохая, она ледяная здесь, ребята. Смотрите, вообще. Какой знак прикольный вот там. Да, для китайцев специально, чтобы не какали в бассейн. Причем это не шутка. Там написано, ой. Я удивляюсь китайцев вообще. Я китайский мир. Как они вообще, как они выживают вообще? Вот такой вид, ребят, из верхнего бассейна, который находится на 3-м этаже, с качалки. Вид на весь комплекс. Нас наконец-таки дали свет. Готовим сейчас завтрак. Тосты пожарили. Косичка. Еще будет. Да, смотрите, сейчас сюда еще сверху или между этими булочками запихаем яичко. Сверху это все зеленью. Ты яички прямо между ними, да? Вот запихаешь? Так, яичко и сверху еще булка. А, то есть трехслойный будет. Сейчас я тем временем налью нам сачка. Ты любишь, когда яичко такое не совсем дожарится? Да, нормально. А то оно долго будет. Кстати, я забыла маслице на сковородку налить. И в итоге все нормально. У меня не пригорелось. Покажи, Паша. Сейчас, 1 минуту, я тут наливаю сок. Яблоки вон купили. Еще в Бикси, наверное, 3 дня назад. До сих пор лежат, на самом деле, яблоки вообще ни о чем. Вот эти вот, типа как сезонные, они очень рыхлые и невкусные. Не очень сладкие, не кислые, в общем, не знаю, надо как-то их будет съесть. Тут еще Юля какую-то штуку купила. Это, Юля, что такое вообще? Выглядит аппетитненько. Сейчас вот эти вот блинчики мы запихаем сверху, покажем вам, как они будут выглядеть. Еще бы сюда бекончик такой же сверху. Ох, было бы вкусно. Вот видите, яичко немножко не до конца прожаренное, поэтому мне нравится, когда они... Паша. Оно вытекло. Оно вытекло. Это не будет, это пожарка. Все, вот такие вот у нас получились бутоны. Смотрите. Вот. Стрима их пальцы. Сейчас Юля будет показывать, как надо есть такие бутоны. Ну как? Вкусняшечка. Угу. Сейчас еще это все будем запивать таким вот соком. Я так и не понял, что это за сок нарисован. Тут вроде бы апельсин, но зеленой корочкой. И тут нарисовано яблоко, опускаемое в апельсиновый сок. Хотя написано orange juice. Orange. Наверное, какой-то зеленый. Shogun orange. Наверное, Shogun orange это какой-то не просто orange, а Shogun orange. Короче, какой-то гибрид яблока и апельсина. Что бы это ни значило, но очень вкусно. Все, ребят, всем приятного аппетита. 2-й этап завтрака. Да-да, мы завтракаем в 2 этапа. Если кто-то еще не понял. Сейчас мы пьем кофеек. Вот, помните тот самый кофеек? Юля, какой ты сейчас выбрала? Я выбрала мочу. А я пью... Супер Рич. Супер Рич. Моча и Супер Рич. И вот эти штучки. Чпок. Мне кажется, это очень вкусно. Я очень хочу рисовые пирожки. Чур мой белый. Нет. О, он такой мягкий. Он такой вообще, о, такой ребята. Прям. Давайте просто будем тыкать.
О, боже мой. Смотри, он с глазиками. Привет, я пирожок. Паша, я не хочу его есть, я хочу его мять, смотри. Съесть? А ты мне мою половину? Нет, не дам, я тебе свою половину, я откушу чуть-чуть. Ничего себе, Паша откусил у меня. Это моя. Ешь кокосовые печеньки. На самом деле, ребят, они по вкусу одинаковые. То есть цвета это здесь так, для галочки. Короче, это рисовые пирожки с какой-то начинкой. Ну как зеленый пирожочек? Начинка похожа на что-то кокос чем-то. Зеленый пирожочек. Кто хочет, чтобы тебя съел? Я его буду мять. Дай мне. Да зай, фу, зачем ты его мнешь? Как? Мы же его есть будем. Смотрите, пирожочек, Юля. Юля, пирожочек. Как кофеек, Юля? Как моча. А здесь другая начинка. Я хотел предложить, чтобы ты их соединила вместе и съела. Ничего не видно, расфокус. Зеленая. А еще раз покажи. Зеленая начинка. Сейчас, секу. Какая зеленая начинка. Начинка с ароматом разных гелей для душа. Да, реально, я только чувствую, что я только что хозяйственное мыло съел. Да не, на самом деле очень вкусный. Особенно если вы любите мять еду. Вообще, азиаты любят мять еду. Все время много рис рукой. Все, ребят, короче, сейчас поедим. Я пойду вон за свой компьютер и буду батрачить так и раб целый день. Да, ну выключи музыку. Ах, как хорошо. Можно говорить все, что угодно, но что-то не попадет на YouTube. Пока есть музыка, и я под защитой. Мы сегодня с Пашкой работаем. Вот Паша сидит за кухонным столиком. Очень удобно ему, да, Паш? Огонь вообще. А я вот сижу здесь на диванчике. Мне тоже очень хорошо за окном. Так вот все зелено, красиво. Тут бабочки летают вот на этих кустиках. Я за ними наблюдаю, они такие большие. Поэтому работается здесь очень хорошо. Сейчас сидела на компьютере, разбирала свою старую музыку и увидела трек из одного фильма, который мне очень понравился. Хотела вам тоже посоветовать посмотреть. Фильм называется «Звездочки на земле». Это один из моих любимых фильмов. Понятно, есть много разных фильмов-блокбастеров, которые мне нравятся, «Интерстеллар» и так далее. Но этот фильм не очень популярен. Это индийский фильм 2007 года. Называется «Звездочки на земле». Жанр драма. И второй фильм, в нем играет тот же актер, что и в этом фильме, называется «Три идиота». Он уже как бы драма-комедия, то есть это больше комедия идет, под настроение, в общем, посмотреть, а это вот драма, там прям вообще поплакать и так далее. Так что вот это мои два любимых фильма. Я думаю, Паша меня тоже поддержит. Паша, они тоже очень нравятся, да, Паш? Да. «Три идиота» и «Звездочки на земле». Вот так, ребят, если кто-нибудь тоже посмотрит эти фильмы, пожалуйста, пишите в комментариях, как вам, как впечатление от этих фильмов. Друзья, у меня уже готовится ужин. Здесь опять сосиски с яичком. Все тот же ассортимент, да, вчерашнюю картошку, салатик. Хотела поделиться с вами прекрасной новостью. Наш аккаунт на Перископе набрал уже 5000 подписчиков и 1 миллион лайков сегодня. Это так классно! Всех поздравляю, ребят! Спасибо, что вы смотрите нас на Перископе. А кто еще не смотрит, обязательно подписывайтесь. Ну а мы сейчас будем готовиться уже ужинать. Сейчас сидели, перископили где-то в течение часа. У нас новая рубрика на Перископе. Называется... Ну, не название, «Вечерний бородач». Все его знают, это название. Но сами трансляции мы называем по-разному. Паша ведет эту рубрику, в основном общается с подписчиками. Сегодня у одной из наших подписчиц, у которой
которая начала смотреть наш YouTube-канал, одна из самых первых, и комментировать. У Ирины был день рождения, мы в Перископе поздравляли всеми вместе. Мне кажется, ей было очень приятно и здорово. Такие дела. У нас сейчас 11 часов вечера, и в это время я обычно сплю уже. Так что сейчас я уже буду ложиться спать. Я хотела просто со всеми попрощаться. И всем пока-пока!